Здрасте. Добро пожаловать. Угу, спасибо. Так, давай сюда. Простите, а ваш билет? А я не пойду, спасибо. После сеанса я заберу, хорошо? Пап, ты знаешь, что среднестатистический мужчина проводит со своими детьми 19 минут в день? А ты где так нахваталась, кабачок? Угол, пап. Слушай, ну я тебе говорил, у меня работа, ты посидишь кино, посмотришь, я поработаю, ну. Пап, ты со своей работой даже в этот минимум не попадаешь. И что будем делать? Иди билет себе покупай. Понял. Подождешь? Я сейчас. 23 февраля. Своди папу в кино на «Лед-2».